Волховская ГЭС. Первенец ленинского плана электрификации России. Недавно ей исполнилось 50 лет. За большие заслуги в развитии отечественной гидроэнергетики Волховская ГЭС удостоена высшей награды Родины – Ордена Ленина. Член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Ленинградского обкома партии Романов вручил волховчанам Орден Ленина и от имени Президиума Верховного Совета СССР, ЦК КПСС и Советского правительства пожелал им новых успехов в труде. 22 апреля 1918 года Владимир Ильич Ленин предложил «Волхов строить». Строительство велось в труднейший период для молодой Советской Республики, а размах стройки по тем временам был невиданный. Куйбышев, полная нагрузка. Хорошо, спасибо. Новый пульт Центрального диспетчерского управления Единой энергетической системы СССР. Одной из первых к ней была подключена Волховская ГЭС. Новый пульт позволяет оперативно управлять потоками электроэнергии, которую производит около 700 электростанций. Со временем к единой энергосистеме будут подключены новые электросети страны.